Привет. Свяжем мы сегодня настрой. Для того, чтобы связать настрой, нужен вертлюжок один и карабинчик. На карабинчике одеваю трубочку, потому что леска перетирается в основном внизу. Одели трубочку. Привязали карабинчик. Привязали простым узлом. То есть вот, грубо говоря, ставили леску раз, ставили с другой стороны. Два. Получилось как петелька такая. Делаем простой узел. Раз. Понятно, да? И теперь вот этот карабинчик пропускаем сквозь эту петельку. Хлоп. Подтягиваем. Слюнем. Протянули здесь. Подтянули хвостик. Коротко обрезать не надо. Сантиметр два я оставляю. Одеваем трубочку. Ну, то есть трубочка это так, на желание. Теперь что, у меня на столе вот здесь отметки есть. 20, 25, 30. От низу я делаю 30. Вяжем узел. На 3. Раза, как он, хирургический, по-моему, называется. Слюнем, затягиваем, ну, восьмерочка получается. О, раз. Второй узелок должен где-то 1,5 сантиметра быть от этого. Ну, я делаю выше его. То есть вот я 3 раза пропустил, подтягиваю. Затянул. Второй. 25. 2. Три. Подтянули. Раз. Два. Три. Сдвинули. Ну, примерно, я говорю, 1,5 сантиметра должен быть между узлами. Третий. 25 отмерили. Раз. 2, 3. Подтянули, послюнили, затянули. Раз. 2, 3. Ну и я на 3 мушки ловлю, можно 4 сделать. Теперь отмеряю опять чуть больше 30.
35. Обрезаю леску и привязываю вертлюжок. Пропускаю сюда. То есть узел такой же самый, как и внизу. Раз на простой. Вертлюжок в петельку. И протягиваем. Здесь можно покороче. Ну, миллиметров 5 оставляешь. Примерно так. Бам. Все. Настрой готов. Теперь что? Вот верх у нас. Вот два узелка. Так, ну вот сверху у меня будет сопля. Я уже показывал, да? Ее надо вот таким макаром привязывать. Пропустили петельку. Подтянули. И я всегда делаю вверх. То есть при поклевке хариус раз до узелка и как само подсекается вроде. То есть каждый раз, когда вытаскиваю удочку, раз их кверху так. Все. Ну и так же самое. Второй. И третий. То есть вот с таким настроем есть плюс. То, что, во-первых, хариус как сам вроде как само подсекается. Бам. Понятно, да? Плюс поклевка у тебя была. Смотришь, мушки вверху, а одна внизу. Значит, стопудово на эту мушку была поклевка. Ну, бывает, что траву зацепил, дно зацепил. Все мушки вниз съехали, тогда понятно, что не поймешь. Но есть шанс все-таки увидеть. Ну а потом сюда грузик. А это к основной леске. Вот такая вот у меня катушечка. Я сюда креплю настрои. То есть у меня два настроя с мушками сразу. И получается раз, два, три, четыре настроя без неоснащенные. Вот у меня такие вклеены скобочки. Зацепил карабинчиком. Намотал. Такая вот тоже типа булавочки с нержавейки. Закрепил. Хлоп. Мушки можно приколоть, можно не прикалывать. У меня все равно это барабанщик ложится в коробочку вот такой. Тут у меня так, вертлюжок не надо. Тут у меня карабинчики на верхний настрой, если оборву верхний. Основную леску. Все. Хлоп сюда. Крышечкой закрутил. Ничего не мешается. Рыболовный ящик.